Медицинские маски – самый ходовой товар. В аптеках столицы их днем с огнем не найти. А если повезло и есть в наличии, то по драконовским ценам. И пусть специалисты говорят, что носить их должны только больные люди, не будем забывать, в сезон разгула ОРВИ таких немало. Так что дефицит жителей страны ощутили в полной мере. Защитит маска от коронавируса или не защитит – вопрос спорный. Но нашим людям как-то спокойнее знать, что она есть. И тот факт, что из свободной продажи маски пропали, людей настораживает. А что продают их втридорога – возмущает. Iar autoritățile să întreprindă măsuri de siguranță pentru că populația să fie asigurată cu astfel de măști. Până la urmă, asta este o necesitate și nu cred că ar trebui așa costisitor pentru că alții nu își permit, spre exemplu. Нету масок. Действительно, цены на защитные маски увеличились в несколько раз. С доступных 70-90 банов до 4-6 леев. Но и за эти деньги их купить непросто. Мы обошли несколько аптек, чтобы узнать наверняка. И оказалось, что в самом центре столицы ни в одной аптеке их нет. И у вас их купить нельзя? А когда они примерно будут? Пока не сказали. Ждут поступления. У вас хотя бы есть респираторные маски? Нету. И у вас нету? А сколько они стоили последний раз? 5,50. Спасибо. Итак, полтора часа, 5 улиц, все впустую. Мы обошли 5 абсолютно разных аптек в самом центре столицы и ни в одной не нашли респираторную маску для защиты от вирусных инфекций. Решили позвонить в аптеку и попробовать узнать, есть ли вообще по Кишиневу где-то защитные маски. Девушка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас можно респираторную маску заказать? Нет, к сожалению, нету. У вас тоже нет наличия? Нет. А когда примерно будут? Не знаю, пока не ждем. Нет информации. Спасибо. В агентстве по защите прав потребителей говорят, что направили запрос в Совет по конкуренции для того, чтобы проверить, в какой степени рост цен на защитные маски обоснован и нет ли карательного сговора между фармацевтическими компаниями. Прецу pentru acestea au crescut mizând pe panica populației într-o asigurare cu acest mijloc de protecție. Prețul trebuie să revină la cel stabilit. Guvernul a specificat foarte clar că acest taxă sau adosul comercial perceput de către importatorii de măști faciale va fi limitat la 20%. Și prin urmare, în cel mai scurt timp odată cu publicarea modificărilor în monitorul oficial, aceste prețuri vor scădea la prețul obișnuit de până acum. Чтобы разрядить ситуацию, представители некоторых компаний закупили медицинские маски и раздают их людям бесплатно. Примечательно, что представители этих компаний нашли маски все в тех же аптеках. Говорят, просто повезло. Ну, considerați tot ce se întâmplă acum în Italia, adică foarte mulți moldoveni din cauza panicii și acestui virus se întorc înapoi în Moldova. Noi ne-am mobilizat și am luat măști cât mai rapid și ne-am gândit să informăm lumea și să aibă grijă de sănătatea lor. Noi prin mai multe farmacii ne-am dus, am procurat câte puțin, câte erau. Într-adevăr, este foarte dificil de găsit măști în ziua de azi, dar cumva ne-am mobilizat toți colegii și am procurat cât mai multe. С жалобами на отсутствие медицинских масок в аптеках в агентство по правам потребителя только на этой неделе обратилось более 100 человек.